С 1 июля 2025 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров, подлежащих маркировке, средствами идентификации и унифицированными контрольными знаками, вводится обязанность обеспечивать дифференцированный учет данных о реализуемых товарах, предусмотренный пунктом 10 положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года номер 924/16, вне зависимости от размера торговой площади торгового объекта. Дифференцированный учет – это автоматизированный учет, предусматривающий наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя информации о наименовании, количестве и стоимости предлагаемых к реализации и реализуемых товаров в торговых объектах. Дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием системы автоматической идентификации ГС-1 Беларуси. Для обеспечения требований по реализации маркированных товаров субъектам хозяйствования необходимо, во-первых, изучить перечни товаров, подлежащих маркировке, средствами идентификации и унифицированными контрольными знаками. Перечни товаров, подлежащих маркировке, определены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 года номер 1030. В случае реализации подлежащих маркировке товаров, приобрести или доработать кассовое оборудование, обеспечивающее дифференцированный учет данных о товарах и реализацию маркированных товаров. Во-вторых, проинформировать поставщиков товаров о необходимости поставки товаров с нанесенным глобальным номером торговой единицы. Международный идентификационный номер товара присваивается системой автоматической идентификации ГС-1 Беларуси. При этом следует учитывать, что в случае приобретения товаров без нанесенных номеров субъектами торговли для цели выполнения норм законодательства необходимо обращаться в Ассоциацию автоматической идентификации ГС-1 Беларуси для самостоятельного получения и нанесения на реализуемые товары GTIN. В-третьих, при реализации товаров обеспечивать считывание GTIN средств идентификации и или унифицированных контрольных знаков, а также формирование в платежном документе информации, определенной в требованиях к кассовому суммирующему аппарату или программной кассе. Использование субъектами хозяйствования кассового оборудования, которое не обеспечивает дифференцированный учет, влечет административную ответственность за нарушение порядка использования кассового оборудования, установленного частью 1 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, Новости Бреста.